Теперь такое предложение. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может, нужно... Не нужно. Понятно. Разрешите хотя бы... Вот так попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте. Побережье, побережье, море, люди без одежды, пляж бескрайний тешит глаз. Здесь-то, братец, как-то раз и бывал, хоть и недолго, мой приятель Вася Тёлкин. Про него и будет сказ. Честный офисный служака, да? Из обычных рядовых, отпросился в увольнение. Он на пару выходил. Что такого начинаешь опять? Отдохнуть от трудных будней. В Сочи едет наш герой, не один, а, скажем, мягко, ну, с подругой, фронтом. Нет, Василий славный малый и примерный семьянин, если дома и с женой. Вот, а вот если он один, вот, да еще большой и в целом женский, на работе коллектив, да еще 8 марта, да еще корпоратив! В общем, все как мир старо, танцы толстый без в ребро. Были стрелами Амура сражены она и он. Нет, она была не крепость, но и он не бастион. Вот такая братуха. Ну, а кто здесь без греха? Вот мужчина на меня глядит. На курорте что для счастья хлопцу надо? Правильно говорит, бабы, водка да постель. Прилетевший Вася с дамой направляются в отель. Мне с подругой лучший номер, заселяйте, тороплюсь. Не вопрос, вот щетка платье, вот цена за номер люкс. Глянул, крякнул, сплюнул на землю, матюкнулся, как солдат. Нет, ребята, нет. Я не гордый, я согласен на стандарт, но с огромную кроватью. Заселился, скинул платье городское, хрест панамку на бекрень. И давай, гуляй, босс, вот, а вечер пятницы. Суббота. Воскресенье в синий дым. Хорошо быть молодым. Пиво, литры, пинты, кварты, и за всем платит с карты, что за пазухой лежит. Славься, славься без лимита. Ночь спустилась. Тихий город погрузился в мирный сон. Спал Василий и не слышал, как проснулся телефон. Алекс Юстасу из центра. Здравствуй, Вася, это тесть. По тревоге поднимайся, у меня плохая весть. Сообщает мне разведка, что с твоей работы Светка... Саягова. Да, ну что с короткой стрижкой? В общем, про твою интрижку все доложено жене. Завтра, Вася, быть в войне. Мне оставили детей. Теща тоже едет с ней. И по правдоговоренность вероломно в час ночной мчит на мирно спящий город лайнер с тещей и женой. Пал Василий не слышал, слышал лишь безмолвный лес, как к гостинице подъехал тихо желтый Мерседес. Из немецкого авто в черном кожаном пальто и в скрипучих сапогах вылезает Васин враг, и крестные пшену идут. Гутен морген, Тёлкин тут. Спал Василий вдруг за дверью грохот, шум, истошный крик. И узнавший тёщин голос, понял Вася, все, блицкриг. Скинул Вася руки к небу, Боже, Будда и Аллах. Не бывает атеистов, когда враг стоит в дверях. Как же, братцы, жить охота, неохота помирать. Ладно б сразу бы убили, так ведь будут же пытать. И от грохота проснувшись, в тусклом свете под луной вдруг увидела подруга, что Василий-то седой. Ой, печень. Ой. Ты что, пугаешь-то так?
Что стало с Васей? Был разгромлен в пух и прах. Вот тешишь. Как? С балкона спрыгнул. В лес ушел, в одних портках. Час бежал без передышки, удышался, закурил по карманам. Где кредитка? Карту в номере забыл. У врага теперь трофей. Естественно. Все, жди хреновых новостей. Подремал в лесу немножко. Чуть рассвет, и тут бомбежка. Банк, где карта состоит, смс-ками бомбит. 1300, два парео. О. 1000, майка, Айла Фадлер. 3, бутылка с кораблем. Ткань для штор, набор стаканов, стринги. Господи, прости. 2 огромных чемодана, чтоб все это увезти. СПА-массаж по 1200 на 2 три дня подряд. Плюсом 18 000. Стас Михайлов, первый ряд. Что стало с Васей? До сих пор в лесу живет? Жил? Жил. Жил. Но на войне не знаешь, где тебя удача ждет. Был спасен курортный узник. Как спасен? Второй фронт открыл союзник. Теще кто-то рассказал, тесть в Анапе. Забухал. В общем, братцы, суть до дела, теща мигом улетела, Вася наш супруге сдался, ну, пару дней поунижал. Ну, понятное дело. Когда было? Год назад. Сейчас у них там мир и лад, собрались и в Геленджик. В Геленджике дорого. Зарабатывают мужик. Вот, Василий, вот герой. Вывод, вывод-то какой. Мужики, чтоб в историю такую никуда не угодить, не о тёлках надо думать, а историю учить.